здравствуйте. А мы знакомим вас с воспоминаниями писательницы Веры Захаровны Головиной, Ворониной. Детство и юность, которые прошли в Самаре в позапрошлом столетии. Это об этой Самаре она рассказала и в своих воспоминаниях об Александре Николаевиче Островском, с которым познакомилась в нашем городе в 1847 году. И в семейной хронике, опубликованной на страницах журнала «Исторический вестник» с подзаголовком «Из записок моей бабушки». Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».